Я думала, что я достаточно сильная, чтобы спокойно отреагировать на это, понимая, какую большую работу проделывают белорусы сейчас. Но, конечно, эти цифры абсолютно невозможно себе представить. Но это личная месть. Это очевидно, потому что это самый большой срок, который был объявлен за любому политическому заключенному. И понятно, что Сергей, наверное, считается личным врагом Лукашенко. Вот. Но, опять же, надо брать себя в руки и понимать, что только работой ежедневной, тяжелой, каждый белорус, который предпринимает, можно освободить наших любимых людей из тюрем. 14 месяцев назад был телефонный разговор. За это время ни одно мое письмо ему, ни мне от него не дошло. Детские письма доходят, а мы общаемся через адвоката, но это очень скупая переписка, скажем так, как дела, как дети, и все. Ни о материалах дела, ни как он себя чувствует, особо рассказать не может. Возможно, это месть мне. Он понимает, что Сергей в заложниках сейчас у режима. Это такое объявление, что вот вам, Тихановские, получите. Но опять же, я не хочу это воспринимать как реальные годы и не могу так это воспринимать. Поэтому, конечно, там 5 воспринимается психологически легче, чем 18, но ни 5, ни 18 не должны стать годами реального пребывания в местах лишения свободы.